Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая, канал вязания и обо всем, что связано с вязанием. Сегодня у нас пятница, 15 апреля, и сегодня у нас завершающий день нашего вязания по кубикам в рандомной неделе апреля. Я хочу сначала расскажу, что я делала по вчерашнему заданию. У нас вчера задание давала Мара и бросала кубики. Вот по тем кубикам, которые были вчера, я сегодня расскажу. Потом есть задание, мы с вами его послушаем, посмотрим, какие кубики выпали. И я расскажу, что я буду делать по кубикам сегодняшним и что я буду делать в субботу, воскресенье, так как именно в субботу-воскресенье я имею возможность повязать, а в понедельник я отчитываюсь как в рандомной неделе, так и в триостартах. Но в этот раз в субботу у меня будет поменьше времени, потому что мы поедем завтра утром на кладбище, но когда приедем, то я буду обязательно вязать, потому что у меня есть желание. Но давайте о моем желании потом поговорим. Итак, вчера выпали кубики 4 и 6. 4 – это платье моя туника, и 6 – это плед интерлак. Но давайте начнем с 6 номера, потому что он у меня в руках, плед интерлак. 6 номер выпадал вчера и выпал сегодня. Вчера выпал, я связала вот этот квадрат рыжий. Сегодня я стала вязать вот этот квадрат. Я выбрала вот такой цвет, очень нежный, светлый ментол, прям светлый-светлый. И у меня здесь ошибка. Смотрите, в чем она заключается. У меня плед вот состоит из таких квадратиков. Вот здесь их 14. В высоту их должно быть 14. Но у меня получилось в высоту 13, потому что вот здесь, видите, один квадратик свободный. А это потому что вот тут я, когда подошла сюда, вот у меня идет вот этот вот квадрат 13, а вот этот мне надо было вязать еще в высоту 1, а я стала закрывать. И мне вот эту часть, половину, надо будет распустить и заново перевязать. Вот видите, квадрат не получился. У меня не хватило одного вот сюда наверх квадрата. Я уже думала, может быть, как-то подтянуть. Но потом думаю, нет, я не могу так. Вот это подтянуть, поправить, нет. Это так делать нельзя. Я это распущу, чтобы моя душа была спокойна, и свяжу так, как надо, сделаю это правильно. Я сейчас отчитаюсь, расскажу, а потом сяду и это свяжу. Но, в принципе, я бы могла, конечно, все это исправить, а потом уже отчитываться. Но я решила, что времени уже много, уже, наверное, где-то часа 4, уже 5 час. И надо снимать видео, выкладывать на канал. Так, и теперь вообще у меня сегодня был, знаете, не очень удачный день в плане вязания. Теперь перейдем к моей тунике. Я смотрела и думаю, мне надо, я очень хочу сделать росток, хотела. Потому что люблю я с ростком, я не люблю без ростка вещи, я люблю с ростком. Я думала, что я сделаю вот так, с ростком. Я должна была здесь провязать, ну, приблизительно вот так, 4 ряда азиатский росток. Я его провязала. Провязала вот такой светлой ниткой. Видите, она у меня идет светлая нитка. Я провязала светлой ниткой. У меня закончился моточек, я взяла пряжу. Дальше у меня идет опять светлая нитка. Значит, если я вот здесь пущу опять светлую нитку, у меня будет, если еще учесть, что у меня светлая нитка шла на два ряда здесь, да, два ряда.
А темная у меня шла 4 ряда. Значит, здесь у меня уже было 4 ряда светлой. Если бы я еще стала вязать, то у меня было бы вообще тут рядов 6-8, даже больше, наверное, светлой ниткой сзади, прям такая полоса светлая. А спереди этого бы не было. И было бы очень некрасиво, я так думаю. И я распускала, опять вязала, опять распускала. А потом решила, нет, я распущу, платье будет без ростка. Тем более это... Я буду только ходить на пляж в нем, я нигде не буду сидеть, поэтому назад мне тянуть ничего не будет. И потом оно под своим весом будет еще вытягиваться. Вот, я начала уже, видите, вывязывать подрезы и буду вязать дальше. Так. Нет, все одинаково. Я просто посмотрела, думаю, у меня вот здесь 288 петель. Я разделила их на 10 частей. По 2 части я взяла на рукава, и по 3 части я взяла на спинку и наперед. Вот. В общем, небольшое, конечно, у меня продвижение здесь, но потихонечку буду вязать. Я как бы не особо тороплюсь с этим платьем, буду вязать потихонечку. Так, это то, что у меня вчера я делала. Теперь по поводу сегодняшнего дня. Давайте мы посмотрим видео, небольшое видео, которое уже с заданием и кубики есть. И я потом расскажу, что я буду делать сегодня. Доброе утро! Сегодня у нас пятница, подходит к заключению наша апрельская рандомная неделя. А вопрос мой касается предстоящего следующего воскресенья, 24 апреля, у нас будет Пасха. Расскажите, пожалуйста, как вы встречаете этот праздник? Может быть, у вас есть какие-то традиции? Чем вы будете заниматься в этот день? Что-то, может быть, вы особенное готовите? Какие-то у вас традиции есть, приготовления особенные? И давайте посмотрим, что же мы сегодня будем вязать с вами. 2 и 4. Кубики 2 и 4. Всем успехов, девочки! Итак, выпали кубики 2 и 4. И вот смотрите, 2. Это у меня плед розовый, и 4 – это у меня платье-туника. Но платье-тунику я не буду показывать, я только что говорила о ней. И я сейчас хочу показать плед, который я очень хочу повязать. Вчера вечером так хотела повязать. Во-первых, у меня все-таки еще болит палец от крючка, и мне очень хотелось повязать спицами, чтобы отдохнул немножко рука. И второй номер выпал первый раз. И я вчера села, немножко повязала. Смотрите, здесь 4 рядочка. Да? Да, наверное, 4 рядочка повязала вот этого пледа. Плед мне очень нравится, но у меня нет с собой сантиметра. Сейчас я принесу сантиметр. Видите, у меня, наверное, сантиметров штук 5. Но когда мне нужно, я их никогда не могу найти. Причем я их всегда кладу в коробке, да, где лежит пряжа у меня там, или в проектную сумку кладу. Никогда не могу найти, когда мне нужно. Вот какой-то сантиметр нашла. Не нашла, а взяла из сумки проектной. Здесь тоже был сантиметр, но он у меня куда-то убежал. Ладно. И что, собственно, я хочу измерить. Длина этого пледа, вернее, ширина этого пледа 1 метр, а длина он уже такой длинный, мне кажется, просто огромный. Так, он у меня так не поместится, давайте я его пополам сложу. Вот так, и мы с вами его измерим. Вот я сложила пополам, и мы измерим, сколько он уже провязан. А провязан он, вот смотрите, 45 сантиметров. То есть 90 сантиметров пледа у меня связан. При длине, при ширине 1 метр, длина будет, наверное, 1 метр 10, 1 метр 20. Это значит, мне еще надо провязать
20 сантиметров, правильно? Если 90, то как минимум 20 сантиметров. Вот, и сегодня выпал мне вот этот плед, и я его сегодня буду целый вечер вязать. А, ну, платье я тоже хочу повязать. Наверное, сегодня буду вязать плед, потому что палец немножко болит. А мне еще надо перевязать плед, который шестой. Я ошибку там сделала, надо мне это тоже исправить. Поэтому в первую очередь у меня в приоритете будет, конечно, этот плед. Ну, а дальше что получится, потому что теперь субботу-воскресенье мы будем, сегодняшний вечер, субботу-воскресенье я буду вязать. Правда, в субботу вот мы уедем на кладбище, а потом приедем, я буду вязать субботу-воскресенье, в понедельник я читаюсь обо всем, что я смогла связать. Вообще, я хочу в апреле закончить вот этот плед, хочу закончить носки и очень хотела закончить интерлак. Я себе поставила цель. Достигну этой цели или нет, я не знаю. Посмотрим, как получится. Вот, я пошла вязать. На этом все. Спасибо большое за внимание. Ссылочку на всех девочек на Ютубе и на Дзене я оставлю в инфобоксе, поэтому проходите, смотрите, пишите комментарии. Нам они очень-очень-очень нужны. Вдохновляйтесь, вдохновляйте нас. И если вы не подписаны на мой канал на Ютубе или на Дзене, а еще у меня есть канал на Рутубе, подписывайтесь. Подписывайтесь везде, пишите комментарии, давайте будем дружить, давайте не будем терять друг друга. До новых встреч, всем пока-пока!